Слишком скучно. Чего? Вообще никакой движухи. Никакой. Да ты что? Привет. Уверен? Ну, Джейми, скажи им. Мне как бы и нравится, и нет. Печально, конечно, что особо не погоняешь, но... Но я все же кайфую, когда нахожу золотую середину. Да. Ладно, я все. Идешь? Да, да. Мир. Пока. Давай, падай. Он ненавидит дрифт только потому, что не умеет ни хрена. О. Тут нужно мастерство, чтобы точно сделать занос. Надо балансировать на грани. Я прав или прав? Ты всегда прав. Но я считаю, вообще-то каждому свое. О, смотри, Робин, она мастер, у нее ход плавный. А Спайк? Тот дергает за ручник, как малолетка после автошколы, да. Да ладно, не так уж он и плох, Ману. Не так уж и плох его богатый папочка, я вот о чем. Так, что-то мы заболтались, я пошла. И когда это было проблемой? Да всегда, когда мы языками чешем вместо того, чтобы заняться делом. Слушай, у меня тут намечается кое-что. Ничего конкретного пока, но... Если у тебя хватит дзена и захочется оторваться... В общем, дам знать. Удачи. Она везде успеет. И всегда что-нибудь происходит. Так или иначе, все же надо тебе попробовать пожечь резину Вентури. Да, я позвоню. Налажу связь с местными.
Так, поглядим. Ну, готовься, чувак. Будь что будет. Если спайк достает, знаю крутое местечко, можем погонять. Тут недалеко. Подъезжай, как дела закончишь. Там и увидимся, чувак. Давай. Хотел с тобой попробовать. Просто заезд, ничего такого. Давай, до связи. Ох ты, какие люди. Ну ладно, крутой гонщик, дадим жару.
We'll be right back.
было. В общем, Ману сказал, тут заезды намечаются. Может, состыкуемся? До связи. Thank you.
Тут заезд по автостраде намечается. Все серьезно. Пришло время вечеринки! Дадим жару!
это серьезно, Магнус Уокер. Береги себя. Двину в Лонгхорн. Увидимся. О, здорово! Ты как? Тут такая тема про Магнуса Уокера. Короче, парень влюбился в свой первый Порш, когда ему было лет 10, а? А сейчас у него дофигища крутейших Поршей, блин! И это его новый стиль! У него даже есть свой мост. Да. Мы ведь тоже так можем. Вру. Мост Спайка! Как же это звучит, а? В общем, Магнус знает Вентуру как свою пятерню. Он заправляет всем, потому что в теме. Он жить без этого не может, понимаешь? Вот так вот, старичок. Все просто. Ищем места, изучаем игроков и дело в шляпе. Ты сечешь? Ух ты, тебя тут по полной обрабатывают. Даже не вздумай спрашивать его про Магнуса Уокера. Поздно. Я только разогреваюсь, малыш. Нам надо подстегнуть Магнуса. Покажем ему, чего мы стоим. Выиграем его легендарную гонку, и он сам к нам придет. Ой. Эй, вот оно. Кто со мной? Погнали.
Присмотришь за ним? Будь что будет, Робин. Я знаю. Отлично. Тебе понравится.
motion. When the dope whip. All my players better break yourself. We get it back in the old thorough. House of X where I thought the finest. So tantalizing to my slanted limits. To match my ride, drop low like the bass. Gotta love my view of.
Нам надо делать то, что он делал. Проходить заезды, изучать улицы. Только потом станем наравне с ним, да? Буду держать тебя в курсе.
Да шучу я. Давай в Лонгхорн, как время будет. Есть что обсудить. Увидимся, дружбан. Come on, come on, come on, come on, come on.